Сустреча удельников информационно-пропагандистской группы Гомельского горвыканкама с працовным коллективом Центральной городской дитячей поликлиники проходила в традиционном формате. Присутных ознакомили с социально-экономичным развитием города над Сожем, у силу их профессийной накированности и с перспективами галины аховы здоровья. Так само потекавились проблемами и пропановами медработников и отказали на хвалюющие их пытания. Новый будинок Гомельской городской центральной дитячей поликлиники по улице Мазурова был открыт крыху меньше за 2 года тому. Сегодня установа отказывая самым сучасным потребованием и обслуговывая тысячи детей из прилеглых микрорайонов. Наша поликлиника обслуживает достаточно большое количество детского населения. Это более 18 тысяч на той территории, которая прилегает к нашему учреждению. Из этого количества больше 1000 детей до года и более 4000 детей с года до 4 лет. То есть тот возраст, который нуждается в более тщательном наблюдении со стороны медицинских работников. У структуры поликлиники 2 педиатричные отделения, а так само отделение медицинской реабилитации и физиотерапии, раннего умешания и клиничная лаборатория, где проводится великий спектр разных исследований. В медостанове створены все умовы для своечасовой диагностики и лечения. Это позволяет добиваться значных успехов у снижения колькости захворываний и формирования хроничных патологий у детей. Мы очень довольны самой поликлиникой, персоналом. Дело в том, что у нас есть с чем сравнивать. Мы уже имеем второго ребенка, поэтому появилась возможность недалеко от дома обслуживаться, получать грамотную консультацию специалистов, посещать вот и ЛФК, и различные другие процедуры. То есть полный комплекс услуг. Зараз у Гомельской городской центральной дитячей поликлиницы працует около 300 человек. Коли увеличивать филиалы, личба возрастает до 1500. Не глядя на это, проблема укомплектованности кадрами остается актуальной для установы. Полепшить ситуацию в ближайший час плануется за кошт молодых специалистов в узких специальностях. До речи, у поликлиницы все проблемные нюансы принято не откладывать на долгий термин. До прикладу, зараз тут активно взялись за пытание об оказании платных послуг, у тем лику тех, якие пропонуют сами клиенты медустановы. Есть желание молодых мам иметь личного врача-педиатра. Мы же рассматриваем этот вопрос для того, чтобы обеспечить такую услугу, как на платной основе, для того, чтобы за каждой семьей был закреплен доктор, который оказывает им круглосуточную помощь. Вакцинация – это такой вопрос на повестке неактуальный. Мамы желают проводить активную вакцинацию. И, в общем-то, закупка платных вакцин – это тоже у нас на сегодняшний день вопрос номер один. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».